такая вот местность тут у меня. Снова в лесу. Снова вот с этой штучкой. Был тут года 4 назад. Видел тут здоровенного быка. Если он вдруг еще выжил. У рога должны быть отростков по 8, наверное. Прям здоровые лопаты. Там как два коня моих. Ну, ветер сейчас, блин, задул. Почти от меня так вот дует. Сейчас смещусь в сторону. Возможно, он еще в другом углу. Козел идет, козу ищет. Практически сейчас на них повернет. Вот он меня улавливает по запаху. Все почуял. В общем, где-то там какое-то шевеление слышу. Плохо, правда, но что-то где-то слышу. Но видеть никого не вижу. Звуков тоже никаких. Кроме шевеления молодняка. Сейчас еще подожду маленько, если никого нет. Квадрокоптер в воздух подниму. Пока еще не стемнело. Снимаю лосиху, в общем. Где-то ко мне бык идет.
очередной день хожу, дразню. Тут, в общем, вот тут бык стоит. Однозначно на коптер смотрит. Вон там корова, я так думаю. На мою банку практически не реагирует. Хотя, может быть, и шли ко мне где-то рядышком. Попробую смещаться в эту сторону тогда.